пацаки. Ну, например, вот этого авто, оно там стоит здесь, в Германии, допустим, 1,5 евро. Ну, не допустим, а 2 будет стоить. К примеру, ну, вот вы мне пишете, кинь адрес. Я приеду, заберу, я посмотрю, мне все подходит, мне все отлично. Ну, хорошо, но ты же не знаешь полной информации, что тут, как, заводится она, не заводится. Есть у нее тюф, нет у нее тюф, чтобы взять обычные, там, на 5 дней, на 15 дней. Посмотреть машинку, в каком она состоянии, да? Крашеная, не крашеная. Ну, это ж надо все делать. У Джона братанчика есть все для этого, чтобы, допустим, даже посмотреть, да? Ну, к примеру, давай посмотрим, что у нас тут. Нормалечек. Тут уже вопросики, да? Потому что вот видно, что-то тут делали. И вот из-за этого, дружище, надо обращаться к Джану братану, чтобы он помогал, смотрел, приехал по кругу, что да как, что можно, может еще торгануться, проверить, крашеная, не крашеная. Ну, так она визуально может быть все хорошо с ней, но... А могут быть вопросики, да? Могут быть вопросики с ней. И причем неприятные вопросики. Допустим, как вот здесь, да? Смотри, помято. Я ж могу просто снимать видео, не доглядеть. Каждую машину я не буду везде залазить и снимать, дружище. Так что иногда надо отделаться малой, так сказать, кровью, малым бюджетом, чтобы Джанчик поехал, посмотрел, протестировал, все хорошо. И ты приехал, забрал машинку. И все. И будет счастье. Так что будьте разумными. Будьте разумными, не бросайтесь на обышо. И вот эти варианты там, найди мне за 1000 евро, найди мне за 600 евро. Не пиши, пожалуйста. За 1000, за 600 я тебя найду, но ты сам приедешь и не захочешь ее брать. Потому что, ну, это будет прям вообще.